49 студентов из Татарстана, Удмуртии и Башкортостана стали участниками летней языковой школы English Non-Stop, которая проходит в спортивно-оздоровительном лагере «Буревестники» Елабужского института КФУ. Формула успеха смены – занятия на свежем воздухе, неформальная обстановка и практика английского. Программа школы отличается от программы классических языковых интенсивов, включает не только обучающие занятия, но и познавательно-развлекательные конкурсы, различные мастер-классы. Наши студенты имеют уникальную возможность насладиться этим прекрасным лагерем, чудесной атмосферой и не забыть язык. Все занятия проводятся в интерактивной, очень интересной форме. Ребята из English Non-Stop – зачинатели особой традиции. Ежедневно вместе с руководителями они разрабатывают проекты по разным темам – лингвостроведение, кино, культура и традиции народов России и мира. В летней лингвистической школе нашлось место не только интеллекту, но и эмоциям. Я считаю, что эти занятия очень полезны, потому что все проходит в такой неформальной, в интересной обстановке. То есть мы увлекаемся, нам это интересно, и материал нам дает интересный. Тут нет зубрежки, тут нет этих постоянных домашних заданий. Ты знаешь, что после занятий ты пойдешь покупаешься, потом вы пойдете отдохнете, поиграете все вместе в волейбол, либо в бадминтон. А занятия – это приятное дополнение, узнать что-то новое. Лето в «Буревестнике» продолжается. Это значит, что впереди еще очень много интересных проектов и встреч, посвященных социальному предпринимательству, IT-технологиям и, конечно же, педагогике. Диана Шилова, Динара Алмагамбетова, Айдар Салихов, Универньюз.